приехали на рыбалку в одно место. Народу там на леща сидят. 4 метра. Не знаю, но без мотылку я что-то там, наверное, не буду. Так, Андрюха где там? Вдали. Вон. Объем большой, конечно, глубины большие. Ладно, пробуем. Отбегал все. Одного окунька поймал. Что-то ребята сидят тоже тихо. Леща нашли вроде. И кормится ж. Ходит, со дна подбирает. На мормышки вообще не реагирует. Василия одного поймал небольшого. И то на кубик. Тут мотыля одели, уже думали, может, хоть с мотылем будет. Скорее всего, надо ловить на поплавочный, чтоб лежал крючочек на земле. Так он, наверное, будет хоть его с этим... с кормом затягивать к себе. Так, может, будет засекаться какой-то. Ну, ребята в основном здесь и ловят на поплавочный. Так что будем еще поедем, может, пробовать. А так видео снято было. Кормился он очень много, хорошо. Ну, где корм был сильно большими кучками и белый, он не подходил. Надо, наверное, скорее всего, черный корм. Вот так-то получается. Рыба ходит, кормится, но не ловится. Но, скорее всего, надо будет поплавочный. Это, наверное, скорее всего. Ну, вот. Да посмотрите, как активно он себя затягивает. Это вообще что-то неимоверно. Вот так-то лещик и кормится. Ну что, Василий, похвались, сколько поймал? Одну поймал? Подними свой личико. Не надо. Стесняйся. Будем читать. Все, рыбалка кончилась. Ребята домой уходят. Не боятся. Да, блин, вот. Чем хорошо. Ох, утром красиво было, Витёк, ты сидел здесь когда? Ага. А я оттуда, смотри, туман опускается. А, да, да, да. Такая красота. А еще смотри.